С вами Злой Монах, и сегодня, не догадайтесь, я сделал проект в Clash Royale. Называется он «Путь славы». «Путь к славе», да. Да, «Путь к славе». Вот, короче, мы... Это проект, где мы не будем забирать награды. Но я же сделал себе такую клятву, что каждые 10 наград мы будем забирать. Вот как раз я 10 подкопил со вчерашнего дня на сегодняшний. А еще это единственный аккаунт, где у меня есть эмоджи с курочкой. Ну, это эмоджи, вот это новое, которое сегодня появилось. У меня есть на обоих. Крутое. Блин, мое первое эмодзи. Нет, вот это вот мое первое. А это второе. Так. Короче, у меня тут не так много карт. Вот такая у меня колода. Ну и, короче, мы сегодня будем забирать. Вот, блин, торжественный момент. С нуля до 550. С нуля до 550. Ладно, давайте начнем. Выбрать свою награду. Я за гоблинов. Ну, гоблины забрали. Забираем золотой сундук. Так, ну из-за чего нам ничего не дропается. Так, выбрать награду. Я за Хога. Хога мне больше нравится. 200 монет. Хорошо. Так, следующий. Ну, я тут возьму охотника. Так, новая награда. Ой, как быстро, ребят, если честно. Давайте подрывника возьмем, он лучше. Еще один. Ой, господи, как скулы болят. Так, отлично. Так, выберет свою награду. Ну, конечно, валькирия, она ж новая все-таки. И предпоследние 400 монет. Ну и, конечно же, на аккаунте я возьму гигантского скелета. Нахера мне эта ведьма? Я гигантского скелета люблю. Так, две новые карты. Валькирия и гигантский скелет. Берем гигантского скелета. Ну, не знаю. Взамен дракончика. Мне дракончик нахер не нужен. Ну, если что, давайте поиграем на этом аккаунте, как бы. Давайте. Блин, мои награды слились, которые я так долго копил. Так, ну ладно, ставим принца и ставим армию скелетов. Так, ну ладно. Сейчас он нагонит. Ведьму поставил. Так, смотри. Ой, зачем? А, не зачем. Так. Ну он уколол ведьму. Блин, скинобоев я что-то решил не брать, потому что они мне как-то не нужны, я их редко использую. Но они дамажат так поприличненько, если честно. Блин, вот. Вот почему принцессы такие тупые, они отвлекаются на каких-то сильных врагов, когда можно в первую очередь отвлечься на очень слабого, как скелет. Она, блин, конечно, ей же важнее убить этого, а скелет пусть подождет. Так, кстати, у меня тут гигантский скелет уже готовится, так что я его возьму. Давай. Гигантский скелет! Yes! Ха-ха-ха-ха! Ты охренел? Пека, ты охренела? А ты часом не охренела? Ты не пидорок часом, а? Так, смотри-ка, принцесска отвлеклась. Теперь можно захватить и эту башню. Просто все в шоколаде. Ну, или не в шоколаде, но цвет же такой же у говна. Нет, все-таки мы победили. Это очень хорошо. Подняли себе 29 кубков. Несколько корон. Так, смотрите. Видите, у меня почему-то тут, видите, теперь уровни через вот это. Что это? О, смотри, тут у тебя электрический дракон. Вот это вот эмодзи. Мне он очень нравится. Вот. А, вот. Ну, это типа рыцарь. Он же тут все-таки есть. Ай, бляха-мух. Как скулы болят нереально. Тут же вот это эмодзи есть. Блин, вот прикольно было. Блин, кто-нибудь, вот напишите в комментах, есть ли у вас вот... Погодите, вот это вот, эмодзи, вот это вот. Ладно, так, до свидания.